Ну, начинаем распаковку. Первый пакет. Ну, вот открыл. Тут у нас шоу-массива Blinkers и Bloodhound фон Лесли. Вот. Повредили мне эту самую Bomb and Roar. Bush Edict. Ну, может приклеиться как-нибудь, не знаю. Так-то уже неустойчиво стоит. Вот, открыл я массивы Blinkers. От Fairwerk Total. Вот. Он без металлического ящика. Соединенная уже. Узнать бы, какая первая. Непонятно совсем. Вот это резервная, вот это первая. Вот. Нормалёх. Меньше работы уже. Красивая такая упаковка. Массивы Blinkers. 6 звезд. Нет, 5 звезд. 5 звезд рейтинг. Мощная хрень. И сколько у нас тут нетто эксплозив массы? Не найду. 1,5 килограмма. 1,5 килограмма заряда. Нормалек. Зильберхоллеры. Зильберхоллер. Функи и Зильберхоллер. Зильберкнистерхоллер. Да. Вот это Лесли Блудхунд. Он, скорее всего, с металлическим ящиком. Придется сейчас, скорее всего, его инфернировать. Сейчас постараемся. Да, как и предполагалось, он в металлической решетке. Сейчас придется его извлекать. Такой он чудо-ящик. Тяжело придется его сейчас извлекать. Ну, работа кипит, полдела сделано. Теперь его точно можно будет достать. Этого монстра. Капец. С кровью, с потом. Ну, достается потихоньку. Так, вот. Вот и Bloodhound распечатанный. Сразу он уменьшился в размерах. Вот. Где же у него тут заряд? Первый шнур. О, вот это вот загадка опять. Опять надо искать, разрывать. Ну, ладно, что сняли этот самый. Вот следующий ящик. Лесли. Предатор серия. Пойсо. Пойсонус Пантер. Мощная хрень. В виде черной пантеры. 1872 заряда грамма. Ну, скорее всего, тоже в железном ящике. Ну вот, раскрыл вторую Пайсонос Пантер. Черная пантера. Вот, нашел, где поджигать. Вот, а первый кейк. Вот, нормалек. Вот следующий Лесли Exploding Eagle. Тоже будем его распаковывать. Вот, распаковал я Exploding Eagle. Нашел, где первая. А, тут поджег. Порвал уже, приготовил. Ну, нормально. Вот, 4 этих распаковал от этих самых, как его, металлических ящиков. Теперь следующий большой огромный пакет. Попробую распаковать. Ну и что мы видим? Вместо такого, это самого, который я заказал, Geisha The Templar Box, положили еще одну массивы Blinkers. Вот чудачки, а. Оно мне надо, вот это спрашивается. Там еще большой бокс. Тут еще экзорцист тоже нормальный. Ну капец, как всегда, блин. Вот. И немецкий фейерверк. Nordlicht. Nordlicht фейерверк. Северное сияние. Охренеть. Мощная новинка.
Вот, а это австрийский фейерверк ПГЕ Пиротрейд Экзорцист Драй. Вот. Как-то он упакован неоднозначно. Я там не распаковал. Вот еще первая серия уже закончил. Там всякая мелочь. В келлере еще один большой трансбомбер Champion Edition. Вот сейчас занесу, он тоже должен быть в металлическом ящике. Вот распаковал трансбомбер Champion Edition. Вот 8 батарей. Вот эти 4 соединены и эти 4 соединены. И надо еще вместе их вот здесь соединить. Это я сделаю. Значит, в первых 4 батареях у нас тут заряда 1981 грамм. И на второй батарее вот 1816 грамм. Мощь, мега мощь.